Если вопросов нет, слово предоставляется. И мы имеем право с нашей стороны внести дополнительное. КПП железнодорожно-пограничное. Ходят наши грузовые составы. В текущем году на территории района произошло 45 пожаров, в прошлом 50, зарегистрировано 139 загоранов. Имеет готовых специалистов именно в области. Нужно еще проводить мероприятия профилактических, но это немножко в конце. Пожарный разрыв. Там весь лес заглавлен вот этими отбросами и так далее. Мы написали огромнейшее письмо. 15 июня. Мы достаточно подробно разобрали причины всего происходящего. Вот. Мне очень было приятно, что главы муниципальных образований все-таки уже начинают очень серьезно относиться к этим вопросам. Отделы присутствуют, они все время помогают, рассказывают и направляют.